Приветствую всех, с вами Маркелло Борис. Небольшой лайфхак с кошельком NixMoney. Видео записывается для тех, кто пользуется непосредственно этой системой, и для тех, кто в суперкопилке. Небольшой лайфхак, как сделать быстро обмен, именно пополнить свой кошелек. Мы будем использовать кошелек NixMoney, мы будем использовать наш любимый кошелек Pair. Чтобы нам долго не ходить вокруг да около, мы нажимаем обменные пункты и переходим в эти обменные пункты. Смотрите, почему я выбрал такой метод. Во-первых, уже опробованный, я так не раз делал и, по крайней мере, помогаю своим партнерам пополнять кошельки. Смотрите, вы выбираете PairUSD и мы выбираем кошелек NixMoney. Ну, так можно, в принципе, пользоваться любыми платежными системами, но Pair достаточно удобно. Что здесь у нас, чем привлекательный этот метод? Этот метод привлекательный, что именно с PairUSD мы можем пополнять от 5 долларов. То есть меньше суммы мы не можем пополнить, больше суммы мы можем предоставить. Здесь мы вводим наш email я буду вводить свой. Вот здесь мы вводим наш номер телефона. Здесь нам нужно будет номер нашего Pair кошелька, и здесь нам нужен будет номер кошелька NixMoney. То есть у кого он сохранен, желательно это все сохранять в текстовом файле. У меня это не сохранено, но я особо не пользуюсь данным методом так часто. Ну, видимо, сейчас придется. То есть здесь мы NixMoney кошелек вставляем. Здесь мы вводим свой кошелек. Обязательно следите, чтобы NixMoney был с буковкой O. Pair кошелек у нас был именно вот, начинался с буквы P. Желательно, чтобы эта буква большая была. И чисто вот так вот от балды я сейчас ввожу номер Pair счета. Ну, оплачивать я, соответственно, это все не буду. Я для примера вам показываю. Я нажимаю продолжить. Мне сейчас приходит пин-код на почту. То есть мы дожидаемся оповещения от системы, когда нам придет наш пин-код. Вот, наш пин-код пришел 5412. Так, 5412. И вот так вот 0, 3, 6, 9, 6. Мы нажимаем продолжить. Мы проверяем все эти данные, но реквизиты отправителя Pair кошелька, конечно, у меня не те. Сумма перевода у нас получается 5 долларов 3 цента. Не так много. Мы нажимаем оплатить, нас перекидывает в кошелек, в систему Pair. И здесь мы уже можем оплатить абсолютно любым способом, который вам удобен. Сейчас мы буквально вот с партнером переводили деньги с карты, с рублевой карты Visa. Также здесь есть MasterCard, Maestro, Pair, то есть Bitcoin, Litecoin. Ну, вы видите, что достаточно много систем. Даже можно через долларовые кошельки с долларовых карт, много-много-много-много систем, через которые мы можем перевести. Даже вот есть Яндекс.Деньги, ну кому как удобно, тот тем и пользуется. Но пользуемся мы непосредственно кошельком Pair. То есть, если это у нас Visa, если у нас это MasterCard, если это Maestro, если Мир, или либо другая какая-то другая карта, мы можем их смело использовать. И вот таким способом мы можем оплачивать. Также здесь есть обменники. Вы можете абсолютно любой обменник, который вам удобен, выбирать, если у вас вы где-то там зарегистрированы или не зарегистрированы. Вот здесь обменники, вы можете видеть здесь и евро, и рубли, и гривны, ну, абсолютно любые обменники. И вот за счет этого метода вы быстро можете пополнить свой
кошелек Nix Money без каких-либо затрат сильно больших и сильно затратных там заходить, например, непосредственно искать систему, которая вам обменяет на BestChange, так как у Nix Money не так много обменников, которые с ним работают, а вот через Pair можно таким образом пополнять и без каких-либо лишних движений. На этом заканчиваю. Если видео было полезно, то спасибо мне и вам это в помощь. Всем привет!